зовут Алексей Левкин, я волонтер и доброволец из России. Три года, как я, Украина стала настоящим домом. Мы отстаивали свободу этой земли. И... Если я приехал сюда в 2014 году не воевать за Украину, а воевать против путинского режима, и мне нужна была другая Россия, там, а не Украина, то за 8 лет, и вот особенно когда началась война, я уже сейчас воевал за Украину, и мне не нужна никакая Россия. Я не хочу вообще, чтобы это государство существовало на карте. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади.